Отрывной календарь. 1978 год. Получили по заслугам. Карагандинский областной суд рассмотрел уголовное дело большой группы расхитителей социалистической собственности. Возглавлял эту группу бывший директор производственного объединения «Карагандабытмебель». 18 человек, среди которых начальники цехов, заведующие складом, диспетчеры салонов по продаже мебели, на протяжении ряда лет занимались хищением государственных средств в особо крупных размерах. Все они получили длительные сроки лишения свободы с конфискацией имущества.